пойдет. Как по Белозе. Не страшен серый волк, реально. Вообще тело, просто тело. Да, ее заслужили 5-7. А да, какая жопа разница. Там не надо двигать. Один и тот же. Да? Да. И бас так же. Ну вот не смешно уже. На Тундре, я думаю, не свой двигатель. Конечно, 5-7. Это же тойотовский двигатель. Конечно, Хими, это именно тойотовский двигатель. Ты, блин, ты все снимаешь, Райбич. Хими сейчас тут у него. Второй клип. Да? Я просто не оценил жить. Уже, по-моему, тема не меняется. Что снимать? Тундра просто по комфорту, все. Мера трезвости изменяется. Да ладно. Так вот, за присутствующие здесь именинников. Да. Все-таки за год отмечаем. Может, водки? Можно. А здесь есть водка? А я вот о встрече всем рассказывал. Может, агитация здесь открывалась, начинается. Все увидят, видите где-то. Одноглазие. Все, опять? Так давай на YouTube. Жалко, Женька не приехал. Трошин-то? Да. Два ника его. Да. Денису Морса не поднеси. Это самое тяжелое задание. Его больше всего хватит. Это невыполнимое задание. Вчера вот в Сибирске примере было, когда там типа получше Карлсон. Карлсон, получше приносит мне Карлсон. Почему он было? Классно. Я. Тим Мерс Манс Ле Мэнс Тиммерманс 1781. Коль это немецкий лад, Тиммерманс. Потому что он немецкий, потому что он австрийский. А какая разница? Там язык одинаковый. Только что говор может быть другой. Конец. А Венеция тоже когда-то не жила в Австрии, по-моему. Да-да. Блин. Ну а Туарек очень дорогой, да? Твою мать. Туарек 90 тысяч стоит на кроссовках, идешь? А фары? Ну, кстати, сколько стоит лампочка? 40 тысяч фары стоит. Ужас. Если больше. Китайская. Сколько стоит фара? На Савеловском рынке. 40 тысяч. Да ладно, а чего вы сколько тебя берете? 45 тысяч фары стоит. На что? Туарек. Не знаю, на Audi A5 стоит фар 18 тысяч. Это подделка под китайскую. Чё? Херу, да. Любят они подделывать сами себя. Ты тебя понял, самая нормальная машина это Toyota Matrix. Гибрид. Нет, а можно вот просто промолчать и все? Есть такая. И тема заглохнет. Там полный привод пока не видно. Давайте поговорим о чем-то другом. О бильярде. О бабах. Наконец-то. Когда перейдем к нашей теме? Про то, что не универсал, такой как это. Первый раз слышу вообще. На Тимаха.